Шалом, миряне, привет, народ! С вами снова Женя Израиля, и сегодня я решил показать свою старшую дочку Нику. У нас небольшая любовь. Мы пришли в школу, ждем кружка, немножко пришли пораньше, ошиблись со временем. Я хотел бы спросить тебе вопрос у Веронички, у доченьки своей. Скажи, пожалуйста, Вероника, рада ли ты, что папа сделал операцию, чтобы похудеть? Очень, потому что есть люди, что любят, как они из своего мира, так сказать. И, например, я люблю, как мой отец, он и так, мне это не важно, но главное, чтобы и мне было хорошо, и ему, и всем, всем окружаемым. Да, кстати, дорогие мои, я хочу вам кое-что объяснить. Моя дочка родилась в Израиле, для нее иврит — это родной язык. Она говорит на русском, понимает, но иврит для нее как бы это язык, который доминирует, правильно? Ты говоришь, ты думаешь на иврите или на русском? Я думаю и на русском, и на иврите, потому что есть слова, что я не знаю, есть слова, что я знаю. Но иногда мне просто хочется говорить на русском, особенно в еврейской школе. Там, где говорят на иврите, да? Поэтому, если вдруг у нас есть какие-то небольшие помарочки или ошибочки в русском языке, не надо судить строго. Мы родились здесь, правильно? Ой, у меня что-то кабель, немножко телефон потянуло. Ой, вот. Скажи, пожалуйста, Вероника, перед тем, как я сделал операцию, я много делал отрыжек, много делал бэээ? Ну, тебе, конечно, много, но я и вся остальная семья, то мы пытались сделать тебе как можно лучше. И да. Это очень хорошо, что когда мы бегаем, тогда мы вытаскиваем все, что нашему желудку не нужно. И это помогает. Например, да. Мне в прошлом году, когда... Я извиняюсь, бегаем, мы имеем в виду отрыжка, а не ходить рвать. Имеется в виду отрыжка. Да, например, в прошлом году у моей подружки был день рождения. Когда я пришла домой ночью, я не могла заснуть из-за конфет. Да, было дело. Она переела конфету подружки, и поэтому у нас были вначале тоже очень, очень много отрыжек, а потом все-таки мы решили, что нам надо это убрать. Вот, но отрыжки, которые были у меня, я уже говорил, были связаны из-за рефлюкса после первой бариатрической операции. Ну вот скажи, Вероника, вот честно, сколько меня ночей не было дома во время операции? Сколько меня не было? Две ночи, но я чувствовала, как будто это год. Ну, ты моя слово. Вот. Ну, вообще, твой папа, как думаешь, похудел сильно или нет? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Ну, видите, какой ребенок у меня, женщина, ей все мало, но я ее люблю, она у меня классная. Вот. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, твой папа еще похудеет? Ну, не знаю. Да, я... Много? Да. А скажи, если бы я был не таким худым, вот как... Помнишь, когда я давно-давно, когда ты еще была очень маленькая, твой папа был очень-очень-очень большой. Ты любила бы меня меньше, больше или так же, если бы я не худел? Я не знаю. Вот если бы ты сделал раньше или позже, например, сейчас, тогда мне бы это не было важно. Главное, что я тебя люблю, ты меня. Вот, видите? Самое главное, дорогие мои, это то, как к нам относятся наши близкие родственники. А как мы выглядим, это уже второстепенно. Главное, чтобы мы нравились нам и те, кто нас любит. Правильно, Вероника? Все, с вами был Женя и Вероника. Мы просто потрепались, у нас есть время. Желаю вам всего хорошего. Чмоки-чмоки. Шалом, миряне. Пока. Пока.